Дьявол тебя искушает. У него работа такая. Но в конце концов ты поймешь, кто ты и что ты, и зачем ты живешь. Конечно, ты будешь совершать ошибки, это неизбежно, но ты найдешь правильный путь, если откроешь Богу свое сердце. Я заявляю, спорт никому не вредит, я уверяю, спорт помогает для души и тела. Бери сумку, иди на тренировку смело. Придя на тренировку, переодевайся, заходи в зал, ага, разогревайся. Начинай бегать, боу, татами поклонись. Вот тебе надо вечерами пропадать, а не на районе штаны протирать. Занимайся, что-то делай. Кикушин, карате, выбор верный. Сила, ну железный дух. Это бесценно, идешь к цели, значит будешь первым. Выбрал, занимайся, что-то делай. Кикушин, карате, выбор верный. Сила, ну железный дух. Это бесценно, идешь к цели, значит будешь первым. Ты должен всегда контролировать исход боя. Это бредятина. Бредятина. Докажи. Готов. Летят издалека слова, перед выходом туда тебя уже не сломать. Никаких сомнений, никаких вопросов, будь прост. Бей в кость, да победа, остальное глупость.
ты готов? Этот гул толпы, слышишь ты? Либо втягиваешь пыль, либо выпускаешь дым, либо сжал кулаки, либо опустил руки ты. Эти точки никогда не станут запятыми. Ты готов, чтобы забыли, если неудача настигает? И тогда, когда ты еще только начал, и все иначе, ведь инверсия имеет место. Я не верил сам напутствием всем этим пресным. Ты готов? Не жалеть ни слов, ни кулаков, пока не атакован, что поковы снял и был таков. Значит, вперед, дерзай, зачем себя терзать, когда победа за тобой? Ведь люди только за. Ты готов? Этот бой. Ты готов? За тобой. Понять красоту боевого искусства дано тем, кто однажды связал свою жизнь с кимоно. Тем в карате, кто к вершинам спортивным идет. Тем, кто всегда к своей цели дорогу найдет. Карате — школа духа, истинный шаг. Карате — это мудрость движений атак. Ты от нас не отставай, стили с нами повторяй. Киокушинкай. Не бойся, кто бы ни стоял напротив, докажи, что нет трусости в твоей породе. И если встретил трудность на пути, не сворачивай и смело ты вперед иди. С ранних лет ты занимаешься киокушином, годами работаешь над собою как машина. Каждый день пытаешься отработать удары, чтобы любого соперника отправить в нокаут. Здесь старание важнее цвета пояса. Ты к победе летишь быстрее поезда. Наша команда вперед, всем внимание. Это клуб карате Айсберг, и мы не потопляемые. Ты не бойся, кто бы ни стоял напротив, докажи, что нет трусости в твоей породе. И если встретил трудность на пути, не сворачивай и смело ты вперед иди. Бойся, кто бы ни стоял напротив, докажи, что нет трусости в твоей породе. И если встретил трудность на пути, не сворачивай и смело ты вперед иди. Твои мабаши сносят каждого, будто буря. Твои удары по корпусу быстрее пули. Ты вышел на татами, направив к победе волю, и твое закаленное тело не чувствует боли. Наша команда будет стоять на пьедестале. Мы общими усилиями первыми станем. Всей команде вперед, всем внимание. Наш клуб карате Айсберг, и мы не потопляем. Ты не бойся, кто бы ни стоял напротив, докажи, что нет трусости в твоей породе. И если встретишь серию жестких ударов, боев кумите, смогут держать на татами бойцы карате. Нужно к победе решительным шагом идти и не бояться преград на спортивном пути. Карате — школа духа, истинный шаг. Карате — это мудрость движений атак. Ты от нас не отставай, стили с нами повторяй. Киокушинкай. Это клуб «Пересвет», здесь все наши друзья. Вместе мы много лет, здесь все наши сердца. Карате — наша жизнь, это наша судьба. Мы оставили здесь. Кому-то в кипяток за банкой сгущенного молока прыгаешь туда, раз и выдернул. Мы большая семья, вместе горы свернем.
Сказал мне, что хочешь быть.